Всем привет, мои хорошие, мои любимые. Андрей повесил мне ключи на пузо, чтобы я не потерял. Иду в тапочках, как колхозник. Мне так нравится. Сейчас они поедут за рассадой. Я хочу, знаете, что манники спечь. Света каже, я буду ехать с рассадой, заеду, куплю кефира. Там манник на кефире я готовил, очень вкусный. Кстати, приготовьте. У нас был спектакль «Карлик Нос». Это после «Мастер-шефа». И мне там директор меня вызвал, Шароваров, бывший директор. И говорит, Самвел, надо два рецепта. Чтобы мы сделали рецепты от «Карлика Носа». Типа там писалось под меня специально сценарий. Там «Мастер-шеф», типа такое. Мы там готовили на сцене. Ну, кто помнит этот спектакль? Теперь я «Мастер-шеф». Я пел, представляете? А дублер тоже пел. Теперь я «Мастер-шеф». Представляете, как ему было неудобно. И вот там на сзади на брошюрке «Карлик Нос». Там два моих рецепта. Профитроли и манник с бананами на кефире. Очень вкусный. Сейчас я его приготовлю. Сейчас иду в магазин. Приготовлю, покажу. Я когда-то показывал это уже. Купил там так два яйца, два банана, бутылку кефира Андрею, сигарет. Не курю, ребята, уже сколько дней. Как было то в Гарвице первый день, так и не курю вот до сих пор. И уже как-то и не хочется. Сейчас начал есть по-другому. Но трошки кружится голова, не знаю почему. В общем, такое. Два бананчика, очень вкусный. И очень много матерей готовили детям. Ну, были же на спектакле, покупали брошюрки и готовили. И писали очень положительные отзывы о маннике на кефире. Илька, а где манка? Манка? Манка там наверху, ты увидишь. На... И разрыхлитель там есть. И там разрыхлитель, да. Манка, масло в холодильнике, да, все. Все, ничего не купляй, бананы, я взял то, что надо. Не, не надо боль. Ну, мне не надо уже. Разрыхлитель, Андрей. А разрыхлитель, он же на соде делается. Для выпечки порошок пекарский. Сейчас, Коль. Вот тут, да? Где манка в них есть? Кукурузная крупа. Это горох. Это... Як нема? Вона ж сказала, що є. Не може бути. Я чувствую по запаху. Оце манка. Манка, Ольга Леонтьевна. Зараз ми з вами зробимо пирог. Нам треба 250 грам манки. От. Так, 250 грам манки. Замість мене. В машині. І 250 грам кефіра. Ви їсте манник? Манники готовили когда-то із манки? Ніколи? Дитя готувала. А як готовили? А як молочко, та й трошки маночки, та буде. А, ні, це манна каша. Та й соси. А це, ні. Це як дитяче питання, а це як пирог. Манник. Манник, кефир, яйца, масло сливочное и бананы. И запекается. Угу. Вот сперва манка заливается кефиром. Вот. И часа полтора оно стоит. Набухло. Да, оно набухнуть должно. А потом все остальное перемешать надо. Манку с кефиром. И оно должно часа полтора-два постоять. Угу. Поэтому... Мы его растелепаем и оставим в покое. Все. А потом продолжим. А ну, все. Хай стоит вот так. Это в холодильник. Так, там где-то есть сливочное масло. Достань ты мне. Надо 100 грамм сливочного масла. А что ж они найдут? Ну, не могут найти адрес, не могут дозвониться. Наверное, Ольга Зеленкина, сюда ставьте. Вот сюда его ставьте. Так, а мне надо масло сливочное. Ищите. А как вы не знаете? Вы же тут живете. А я не понимаю.
цього? Ніколи в житті. А чого? Як не лазити? Воно? Воно. Масло хороше, тобі на 100 грам масла, пусть оттаєває. Христина каже, я би десь квартиру знайшла, бо це маленька. Отак, щоб в холодильник мій ніхто не приїжджав, не дивився. Ребята, постояла десь около часа. Зараз я сюди додавлю розрихлитель. На розрихлителя нам треба 1,5 чайних ложки. Так, от ложка. И еще половинка. Надо перемешать разрыхлитель с тестом этим, манкой. То есть муки у нас нема, у нас манка вместо муки получается. Ну, манка она из муки и состоит, в принципе. И получается вот так. Так, ребята, 100 грамм масла, 180 или 200 грамм сахара. И просто надо растереть вот мягкое масло с сахаром. Так, и два яйца сюда в масло с сахаром перемешиваем. И соединяем потом вот это с этим. Все, это перемешалось, это тоже. И два банана порезать сюда надо. Прямо так наискос. Треба пожувати. Пожувати, щоб вийшла з другої сторони і потім пекти. Я котик казав, що це перігчі, що а корж. Ага. Та так надоїло, ті вже кожі діти малі, та тільки знай, печи те печи. Та я, каже, в коліно, та я обживі. Ой, ми так сміялися, що прикольно. А в коліно обживіт, да? Так. Да. А ти пурхане салом пурхане. Підмешив воно до пурхане. Салом? Ну, каже, вареники, наварив вареників. Це сметани, сметани. А сало взяв, пожував. Поплював, да? На вареники, та й тобі. А це я таке чув, що сметану так в рот набрав і бризнув на вареники. Ну, що хоч витомляє. Так, і от це перемішати треба все місцево. Манку з цим, з бананами. Все. Вот это должно получиться, Ольга Леонтьевна, манник. Да. Да. Должен быть вкусный, не знаю. Потом попробуйте, скажете. Так, надо... А где у вас формы? Тут, да? О! Тут мы плачем. Вітала. Воно не видіться отсюда. Комора кучується. А є пергаментна бумага, Ольга Леонтьевна? О, бумага не знаю. О, о. Знаєте? Десь бере, не знаю. Десь по тумбочку. Десь по тумбочку? Горіче, горіче. Ага, отут, мабуть. О, бачите? Надо смазать сливочным маслом чуть-чуть. Пурхнуть надо. Так. Как сало. Мазать. И салом мазали, да. Так чуть-чуть мазать. У мене чоловік так сало так любив прижарить цибульки, сюди на роботу беремо. О, я теж люблю з яйцями, сало, цибульки. Я люблю наїдати. Так, все отак смазано. У мами що була хата?
Була. А де вона? Продали? Продали, так. Да. Мама заболіла і продали. Велика чи маленька? Велика. Велика. Угу. Велика. Великі комнати, двор здоровий, цілий гектар землі возле дома. Так, все. И все вот это отправляется в духовку на 180 градусов минут на 40. Вот, вот это называется манник, Ольга Леонтьевна, бачите? Ну, то я знаю, как спечатя. Манка, чи... Чи ще щось, да? Так, ну, можна вже ставити потихоньку, хай. У тебе теж таке? Духовка? А? Да, ну, наподобие такой. Немножко друга. Ну, так похоже, да, і фірма та же сама в мене. Да, занусься. Привет, зайчик. Привет, морда красиво. Привет, и лапонька. Марсиончик. Да. Да, зайчик, красивый кот, такой уже добротный. Такой уже здоровый. Ух. Котофей Петрович. Тебя спить хивря мало. Да? Вилька уехав. Тебе бросили, да? Ти хит, а хитра, яка в неї глаза, от ті хитрі. От ті зіньки, як вона коситься, це така хитра, як лиса. Як лиса. Хитра лиса, хитра лиса. Бачите, які глаза? Хитрі. Зразу видно, що дівчинка, от вона така хитрюча. Така зирк. Хитрюча ти. Бросили, тебе не взяли, да, уїхали. А Вільку взяли, бо ти попригуня. Ніхто тебе не бере, бачиш? Ти сиш на коврики. Ой, що там манніка, може так, знаєте, папахи. Нічого собі. Це небагато я нахерачив градусів тут 200. Треба десь поменше було зробити. Ой, бляха-муха. Щось воно таке жиденьке, вже підгоріло. Так, що нам треба зробити? Обдув виключу, мабуть. Обдув виключу. Не сильно ли воно високо стоїть, ребята? Ну, вроде как по центру, но... При такому маннике можна було б пониже. Даже затрудняюсь. Ну, температуру по-любому треба убавити. Щоб воно пропікалось спокійно изнутри. Так, ребята, буду я доставати. Запах стоїть отличний просто. Запах на весь дом, вообще вот этим манником. Я надеюсь, что он пропекся. Ну, другого варианта я ему не оставляю. Все, пусть постоит чуть-чуть, как бы сказать, примет форму. Ну, шикарный. Я думаю, что шикарный. Да, прекрасно. Будет вкусный, вкусный. Все. Его надо так немножко, чтобы он приотстал от боков. И все, и хай он остывает. И будет очень-очень вкусный. Света сегодня просто говорит, я хочу манник, говорит, приготовить. Самел, ты готовил когда-то? Я говорю, готовил, у меня есть рецепт, я говорю, с бананами. Она говорит, а не, я с бананами, я говорю, не пробовала, типа обычный хочу. Я говорю, Света, ты попробуй с бананами. Вот решил приготовить. Сделали. Ну, что, красивый будет. Покрасить. Ну, стол как стол. Такие же ножки, вот, как вот советские. Вот делали столики. Улице, нормально. Да. Сверху столешница. Ты крест-накрест не хочешь, да, вот это? Нет. Лично кажут, что Андрей что-то строит, опять что-то крутит. Андрей стол собирает такой.
Вот туда, под зонтик, чтобы удобно было сидеть. Чай попить или что-то. Да любой, чай, кофе такой. Мне вот эти нравятся, твои табуретки, вот эти красивые. Да то такое я слепила на первое время, тогда как быстро. Новый стол на кухню поставлю. Так гости будут приходить, я буду ставить. Чтоб много не ели. А тут треснуло, да? Ты два, да, забил? Да, угу, вижу. Что тут по одному? Ты, конечно, скоро, Андрей. Ты ж 4 штуки в одну за сандалы. Да. Тут много. Ну а как ты хочешь, чтобы оно держалось, ножки? Планку вниз спустить? Вот в длину? Я не знаю. Чи как ты хочешь? Или вот тут вот так наискос. Ну так оно не будет держать наискос. Конечно, не наискос. Вот так вообще полностью? Нет. А как? Просто коротенькое такое? Тут обрезать наискос. И тут наискос и обрезать. И держать. То есть вот так? Но вот так, длинную, да? Конечно. Вот так, да? Длинную. Но... А, ты длинную хочешь? Да мне нету таких длинных. Ты, знаешь, так бы сделал, чтобы хотела чтоб бы ноги было. Можно сделать, а бы ноги ставить. Ну, такую планку сюда и туда. Ну, а под низ бы хорошо бы было бы ноги, правда? Ну да, сидишь и ноги. Ну, сейчас я посмотрю. А вот там такую хорошую дать, широкую такую, чтобы ноги ставить, да? Больше, чем чтобы это было. Чтобы шире, как ножка была. Так откровенно. Были бы такой, чтобы у него были такие мощные, знаешь? Не, если бы ножки были такие, как да, колоды мощные, такие большие. Ну... Хотя бы вот такие вот по ширине, вот. Как да, вот да, это, да, понимаешь? Вот, да, вот такие это, вот. Как это 80-ка. Вот. Да, хотя тоже, а то ж 40, да? Да. Ну, то ж оно тонкое такое. А нет, он говорит, козлик. Они не режут, у него. Они не режут. Ну, я козлик, понимаешь? Она как долька на длинных ножках. Так, покрасим-то, и оно будет. Сверху доски закроется. О, да.